Олимпиада дала сочинцам возможность заниматься различными видами спорта во всех районах курорта. Спортивные школы и секции в городе посещают более 80% школьников. Почти 200 тысяч взрослых также ежедневно занимаются физической культурой в спортзалах, фитнес-клубах и на открытых городских площадках. Городские власти ставят перед собой задачу привлекать к здоровому образу жизни еще больше сочинцев. Особый акцент на социально незащищенных граждан. Для этого спортивному бизнес-сообществу предлагают заключить соглашение с мэрией на предоставление льготных или вообще бесплатных абонементов для студентов, пенсионеров и малоимущих, а также задействовать фитнес-инструкторов в работе на городских летних площадках активности. То есть вести полное взаимодействие. В том числе, конечно, мы рассматриваем возможность по обмену информацией, по продвижению неких лучших клубов города Сочи, проведения среди них спартакиады и так далее. То есть хотим, скажем, делать первый шаг по настрою работы власти и бизнес-спорт-сообщества. Подписать первые соглашения планируется в течение 10 дней. Организации, которые примут участие в социальном партнерстве, получат возможность заявлять о себе на российских и международных соревнованиях.